Господин Маклай, журналист Мактон. Из Лондона? Прекрасно. Вы можете помочь мне. Помочь? В чем? А, вы имеете в виду ваш протест по поводу английского хозяйничания в Новой Гвинее? Да. Читал, читал. Но, на мой взгляд, самое страшное, это наплыв разного рода любителей наживы. Неуправляемые. Я думаю, что вот они-то пострашнее, чем правильная администрация. А? Богатые коллекции. Многие музеи мира дали бы большие деньги за ваши кофры. Я тут видел на берегу ваших провожающих. И что же? Вы должны им несколько тысяч долларов. Это при вашем-то богатстве. Вы действительно журналист? Да. Это особая профессия. Мы нередко первыми проникаем туда, куда даже официальное лицо проникнуть не может. В сущности, ваши кредиторы неплохие люди. 9% – это же благодеяние для здешних мест. Вы основательно изучили мои дела. Да, конечно. Прежде чем беседовать с вами, я проехал по всем вашим следам. Были и у папуасов. Ой, спаси Боже. Что дозволено Юпитеру? Чем я обязан таким вниманием к моей персоне? Я ждал этого вопроса. Вы известный человек, господин Маклай. Вашей жизнью интересуются не только в Англии. Америка, Франция, Германия, да мало ли кто. Мысль о вашем жизнеописании, она витает в воздухе. Ну, я и подумал, а почему бы мне не попробовать первым, а? Ну, к сожалению, мне вниз, во второй класс. Нет, вы поплывете в первом классе, в моей каюте. Вам необходим попутчик. А это что же, весь ваш багаж? Да, я налегке. Лучший багаж – это чековая книжка. А? Она могущественна. Не всюду. А, вы имеете в виду папуаса? Ну ничего, скоро и у них счета появятся. Отдать, швартовы. В опасения госпитальных врачей я не верю. Верю в вас. В Сидни вы сойдете по трапу сами. Благодарю вас. Значит, опасения госпитальных врачей вам тоже известны. Кто же вы все-таки? Действительно журналист? Да, и журналист тоже. Вы в этом убедитесь. Свою книгу о вас я начал бы писать, знаете, с чего? С аншлагов из газет, которые когда-либо писали о вас. Позволите? Пожалуйста. Если что-то не так, поправьте. Так. О! Год 1871. Господин Миклуха Маклай высадился на незнакомый белым людям людоедский берег Новой Гвинеи. В местности крайне нездоровой, имея мизерные средства существования с двумя ненадежными слугами. Год 1872. Лето. В Сиднее стало известно, что барон Маклай, находившийся год назад у каннибалов, погиб. Он был известен бесстрашным исследователем Северной Африки и Среднего Востока. Из России сообщают, что по повелению императора Александра II на поиски останков Миклуха Маклая на Новую Гвинею послан клипер Изумруд. Год 74-й. Клипер Изумруд прибыл в Шанхай без господина Миклуха Маклая, который решил остаться в Ост-Индии для продолжения исследований. Господин Миклуха Маклай на западном берегу Новой Гвинеи. На его жилище совершено нападение воинственным племенем. Итальянский путешественник Бикари сообщает, что застал барона Маклая в госпитале в безнадежном состоянии, без средств к существованию. Год 76-й, Батавия. Путешественник Миклуха Маклай выступил в защиту папуасов Новой Гвинеи, требуя оградить их от ограблений, убийств, похищений работорговцами. Господин Маклай требует русского покровительства над папуасами. Год 77-й. Барон Маклай снова высадился в Новой Гвинее. Следы господина Маклая, занятого изучением неизвестных племен, затерялись в джунглях Малакского полуострова. Год 78-й.
Судьба путешественника неизвестна. Он высадился на так называемом берегу Маклая 14 месяцев назад со скудным снаряжением и очень скудными запасами. И последнее. Сейчас господин Маклай находится на пути в Сидней и ведет с господином Мактоном беседу, которая может изменить его судьбу. Как? Вы меняете судьбы? Да, я предсказываю. Ну, как для начала книги? Да, в общем, неплохо. Несколько сенсационно. Нет. У меня иная точка зрения. Слишком скромная. Скажите, господин Маклай, чего может добиться в этой жизни скромный журналист? Или даже просто скромный человек? Подведем итоги. На борту парохода одинокий, талантливый ученый-путешественник. Честный, сделавший столько, что многим экспедициям не под силу. Известно, что его запросто принимают во дворце императора у великих князей. Это что же? Он передовой отряд русской экспансии на Тихом океане? Ну нет, конечно же нет. Да. Этот Маклай совершает беспримерное путешествие в джунгли Малаки всего лишь за 100 фунтов стерлингов без снаряжения. Это подвиг нищего. Так что же? Правительство будет безжалостно относиться к такому человеку? Да нет. Оно будет его принимать. Но помогать не будет. К тому же у России сейчас достаточно сложная проблема. Она ведет изнурительную войну с Турцией за освобождение Болгарии. И вот Маклай не получает из России уже давным-давно ничего. Его поддерживала семья деньгами. Но ведь сейчас и эта поддержка кончилась. Тяжело больной, всеми заброшенный. И мы успокоились. Мы? Кто это мы? Мы? Ну, конечно, мы. Великая Британия. Дорогой мой, вы со своими научными изысканиями оказались в центре мировых схваток за обладание ничейными землями. Оглянитесь, вокруг вас горящая лава. Она пузырится. Политика. О, кстати, один пример. Давно это было, вернулся в Петербург из беспримерного путешествия в Бухару, Хиву, Кабул, Герат. Бесстрашный русский прапорщик, некто Виткевич. Он привез бесценные бумаги, дневники, схемы, карты. На следующее утро его нашли в гостинице мертвым. И все его бесценные дневники и записи исчезли бесследно. Это что же, угроза? Мой бог, угроза вам. Чем можно угрожать человеку, который не боится ни смерти, ни бедности? Хотите вы или нет,
но вы помогаете познавать эти места. Вас поддерживает наша администрация. Ваши изыскания, ваши записи, они бесценны, но... Мне предлагали продать их. Некий крупный военный чин хотел знать, какие опасности подстерегают солдат в джунглях Малакки. Вот-вот, и я об этом говорю. Солдафонский подход. Не в записях дело. Вы сами ценность. Вас надо поддержать. Ваш ум, вашу физическую стойкость, которая уже вас подводит. Что? Васко да Гама был одиночкой? Магеллан? Вам нужен спонсор, покровитель. Ученый, как вы, должен заниматься своим делом, исследованиями. Таких людей, как вы, надо оберегать. И кто же мне предлагает себя в спонсоры? Министерство колонии Великой Британии. Вот как? Чем же я могу оправдать такое покровительство? Чем я буду платить? Дорогой друг, платить. Британия, она же не Мефистофель, она не требует вашей души. Нет, что вы. Условия пустяковые. Вы же европейский человек. Я русский, господин Мактон. Черт возьми, я впервые путешествую с таким приятным собеседником.